Очаговые или узловые образования щитовидной железы. Первый вопрос касается терминологии. Узел или узловое образование щитовидной железы – это отграниченный за счет четкой или нечеткой границы участок ткани щитовидной железы, имеющий эхоструктуру, отличную от прилежащих участков паренхимы. При этом узел или узловое образование – это традиционное и предпочтительное определение очагового образования щитовидной железы. Лучше пользоваться для щитовидной железы именно термином «узел» или «узловое образование» вместо очагового. Узлы щитовидной железы, которые определяются их графически, могут быть как пальпируемыми, так и непальпируемыми. Среди пальпируемых образований обнаруживаются, видите, в таком процентном соотношении около 6% у женщин и 1,5% у мужчин в возрасте 30-60 лет. Практически всегда чаще у женщин, чем у мужчин. При этом не менее 5% пальпируемых узлов являются злокачественными. Это, видите, информация из довольно старого издания, 93-й год. На сегодняшний момент для нас пальпируемый он или не пальпируемый имеет уже даже не второстепенное, не третьестепенное значение, да? Потому что возможности именно эхографической оценки его гораздо более важны, чем признак, пальпируется он или нет. Очень важно хорошо представлять, с чем мы сталкиваемся, когда увидели какое-то узловое образование в щитовидной железе. В 80% это могут быть доброкачественные гиперпластические узлы. 80%, согласитесь, немало, да? То есть это большая часть всех узловых образований. Тоже немало. 10% относительно много. Каждый десятый пациент с узловыми образованиями может иметь доброкачественную фолликулярную аденому. Карцинома может составлять от 5 до 10%. Локальные очаги аутоиммунного тиреидита или псевдоузлы от 1 до 5%. И редко интратиреоидная локализация около щитовидных желез, истинные кисты, метастазы. Итак, практически мы выбираем из этих первых 5 пунктов, которые сейчас в наибольшем процентном соотношении продемонстрированы на экране. Что касается гиперпластических узлов, как уже в предыдущем слайде мы увидели, их до 80% среди образований, определяемых графически. Рядом у нас показан фрагмент микроскопического изображения такой гиперплазированной тиреоидной ткани, и мы можем сказать, что область тиреоидной паренхимы, отвечающая на стимуляцию гиперплазии фолликулов, состоит в значительной степени из фолликулярных клеток различного размера и возраста, коллоида и макрофагов. Вот здесь у нас синей стрелкой помечена интактная паренхима щитовидной железы. Вы видите, сами фолликулы, они
по сравнению с верхней частью рисунка, помеченного желтой стрелкой, имеет гораздо меньшую величину. То есть гиперплазия сводится прежде всего к увеличению непосредственно диаметра самих фолликулов, увеличение их размера. Вся многообразная эхографическая картина, которая встречается при такой гиперплазии, как участки, связанные с кистозной структурой, так и солидной, они в той или иной степени расширение этих коллоидных фолликулов представляет себя в разных участках этого узла. Можно ли выделить специфические эхографические маркеры злокачественности? Вот это такой важный вопрос, который на самом деле имеет положительный ответ. И в этой связи все многообразие различных узловых образований дальше разбито на определенные группы под названием морфотипы. Конкретно на 8 морфотипов, 4 из которых злокачественных, а 4 доброкачественных. И основной смысл, сама идея данного лекционного материала в том, чтобы глазом запомнить, а потом легко узнавать, к какой группе относится, тогда нам гораздо легче дифференцировать злокачественные и доброкачественные ультразвуковые морфотипы. Тиреоидные карциномы подразделяются на 4 гистологических типа по эпителиальному компоненту: папиллярные, фолликулярные, медулярные, недифференцированные. В подавляющем большинстве случаев для УЗИ вообще вопрос про гистологический диагноз вот неправомочно ставить. Но тем не менее, в данном конкретном случае мы сейчас увидим очень наглядные признаки, которые характерны для папиллярной карциномы и для медулярной карциномы, достаточно отличающие их по целому ряду критериев. Папиллярная карцинома является наиболее часто встречающейся злокачественной опухолью щитовидной железы. И она составляет до 80% всех диагностируемых случаев рака щитовидной железы. Первый морфотип конкретно так и называется: высокая вероятность папиллярной карциномы. Собственно, это можно использовать как готовое клише для заключения. То есть мы можем, когда увидели такую картину, в заключении писать именно такую строчку. Эхографические признаки узловых образований, допустим, там-то, там-то, там-то расположенных, точка, высокая вероятность папиллярной карциномы. Но если это несколько образований, если это одно, то, соответственно, указываем локализацию и обязательно рекомендация к пункционной биопсии. Микрокальцинаты меньше 1 мм являются высокоспецифическим, 93-95% эхографическим признаком злокачественности. Микрокальцинаты, как правило, не дают акустической тени при свободном распределении внутри органа, но при формировании скоплений акустическая тень может наблюдаться. Вот такое небольшое узловое образование, расположенное на границе перешейка и левой доли, в котором мы наблюдаем множественные разбросанные внутренние кальцинаты. Это образование солидное, образование гипоэхогенное. Другой пример – аналогичного типа, с кальцинатами.
Третий пример, видите, имеет не изоэхогенную, а гипоэхогенную общую структуру, но кальцинаты также различимы. Следующий, четвертый пример. Мультифокальная папиллярная кальцинома связана с тем, что мы здесь видим несколько образований подобного типа. Везде разбросаны мелкие внутренние кальцинаты. Нигде не видим явной акустической тени. Следующий пример. Инфильтрирующая папиллярная карцинома. Микрокальцинаты расположены диффузно по всей доле. Очаговые образования отсутствуют. А вот теперь видеопример. Совсем небольшое образование, и это очень важно, да, что мы часто сталкиваемся. Самый первый пример был на границе с перешейком. Образование меньше сантиметра. Но тем не менее, вот эти микрокальцинаты, разбросанные в структуре, заставляют быть очень осторожными именно в плане вероятности папиллярной карциномы. И в таком случае именно и требуется указывать заключение: высокая вероятность папиллярной карциномы, рекомендована тонкоигольная аспирационная биопсия. Теперь, если просто суммировать эхографические симптомы, эхографические особенности папиллярной карциномы, что для нее вообще характерно? Контуры в подавляющем большинстве случаев не четкие, но ровные. Границу видим, как правило, очень нечетко. В подавляющем большинстве случаев 93% отсутствует хало, этот периферический гипоэхогенный ободок, который четко дифференцирует сам узел от окружающей паренхимы. К сожалению, кальцификация практически в половине процентов случаев тоже может отсутствовать. Да? То есть, видите, это говорит о том, что данный морфотип, он может охватить не больше половины всех папиллярных карцином. То есть вторая половина останется за кадром вот таких убедительных эхографических симптомов, и мы там только можем подозревать ее в каких-то сопутствующих признаках, зачастую не связанных непосредственно с самой щитовидной железой, например, с ее лимфоузлами. Да? Итак, микрокальцинаты только в 42%. Но тем самым подчеркнем, что если мы их видим, то мы должны быть вдвойне в таком случае осторожны. Картина эхографической папиллярной карциномы, она, видите, может быть разного типа строения. Чаще всего в 90% это тип солидный, но также реже гораздо, только в 10% встречается внутрикистозный тип. И вот здесь пример такого макропрепарата и его первоначального графического изображения, вот эти микрокальцинаты в солидном компоненте, который присутствует внутри этого кистозно-солидного узла. Тоже мы должны сопутствующую информацию иметь в виду, когда размышляем на тему, похоже это по критериям на папиллярную карциному или нет. Чаще всего в таком молодом возрасте, чаще у женщин, чем у мужчин, довольно часто бывает мультицентричность. Да? Мультицентричность – это характерная ее особенность.
Видите, в одной трети случаев бывает с двух сторон билатеральное. Мало того, что мультицентричное может быть еще и с двух сторон. К факторам риска относятся радиация, семейные формы и микрокальцинаты, к сожалению, еще раз повторимся, не более 50%. Да, в предыдущем слайде, но значит, четко говорилось, что в основном это 42%. Вот пример эхографический. Мы видим узел, обозначенный номером 1. Это узел с неровными и нечеткими контурами. И часть этих примеров как раз используется в наших тестах, поэтому я как раз про части из них ваше внимание просил перевести на то, что их целесообразнее после лекции рассматривать, потому что мы прямо отсюда их вставляли в тесты. Периферически расположенные микрокальцинаты, вот они. И второй дополнительный признак, который мы здесь видим, инвазивный тип роста в области капсулы, то, что отмечено желтой стрелкой. И цифрой 2 мы обозначаем метастатический лимфатический узел с кистозными включениями. У нас запланированы последующие лекции по эхоструктуре лимфатических узлов. И мы будем говорить о том, что метастатический тип поражения, он бывает тоже неоднородным. Бывает с таким солидным характером строения самого узла, а второй с множественными по периферии кистозными включениями, которые связаны что, с тем, что метастатирующие клетки по приносящим сосудам с разных сторон внедряются и словно бы поражают вот эту прилежащую часть паренхимы в виде кистозного некроза. Вот этот по периферии кистозный некроз как раз является характерной особенностью такого лимфатического узла, который здесь дополнительным доказательством является. Теперь видим, надеюсь, да, все получилось. Он достаточно длинный, видите, целую минуту. Давайте его внимательно посмотрим. Каждый раз, когда мы с этим сталкиваемся, смотрите, нечеткие неровные контуры видим, да? Они часто бывают нечеткие и ровные, а в данном случае нечеткие неровные. Это усугубляет. Видим гиперваскуляризацию такую хаотичного типа. Помним, что значит хаотичный тип? Ведь может быть с периферии в центр, может из центра на периферии, но здесь не ясно, откуда это идет. Везде все, словно бы обрубленные фрагменты этих локусов васкуляризации повсеместно во всем узле. Мы включаем эластографию, и вот здесь шкала эластографии, синий цвет – это то, что характерно для жестких структур. Тут подавляющее большинство этого участка было именно синего цвета. Да? Жесткость повышена по сравнению с окружающим, но это понятно, если столько микрокальцинатов. Когда мы с этим сталкиваемся, для нас очень важно для себя дифференцировать. Но на самом деле это микрокальцинаты. Нет ли здесь хвостов кометы? У нас будет позже один пример, достаточно похожий на него. Но это будет пример коллоидной гиперплазии, потому что мы там хвосты кометы различить можем. Значит, нам каждому тогда этому микрокальцинатику надо приглядываться и искать, нет ли там хвоста. Здесь мы нигде не увидим хвоста кометы. На самом деле микрокальцинаты. То, что нету тени акустической, связано с тем, что они микро, они маленькие, и они не имеют сливного характера. Да? И вот опять мы проверяем эту жесткость и видим наличие такого сине-голубого цвета, который характерен для повышения жесткости этой ткани.
Следующий морфотип – высокая вероятность медуллярной карциномы. Значит, вот у нас первый морфотип из четырех злокачественных мы рассмотрели и сказали, что он занимает львиную долю. 8 из 10 как раз всех злокачественных процессов. А теперь второй морфотип – высокая вероятность медуллярной карциномы. Он встречается реже и является обычно солидным гипоэхогенным очаговым образованием. С крупными кальцинатами центрального расположения в узле. Преимущественная локализация очага – верхняя или средняя треть долей щитовидной железы. И вот этот пример, который мы с вами рассматривали в наших тестах. А вот видеопример. Это совершенно разные пациенты. Эхограмма из лекции, про которую я вам говорил, и в конце нашей лекции мы посмотрим ссылку на нее. А это, видите, живой пример, практически аналогичный по картине. Они сразу бросаются в глаза своей узнаваемостью, да? Опять попадаются гиперваскулярные множественные локусы васкуляризации такого хаотичного типа, дезорганизованный кровоток, мы в таком случае его называем, когда непонятно, то ли из центра наружу, то ли из периферии к центру. И которые идут словно бы параллельно, да, так не характерен сосуд, ход сосудов в живых тканях, это имеет место. Опять видим часть структур красного цвета, это эластически мягкие образования, а вот здесь все жесткое, то, что располагается рядом с этим кальцинатом, да, и сама дорожка. Вполне естественно, что структуры, связанные с наличием кальцинатов, они делают ткань более жесткой, что отражается на эластограмме. Итак, это очень характерный пример второго морфотипа, высокая вероятность медуллярной карциномы. Несколько общих дополнительных возможности это посмотреть на других примерах. Такая выраженная тень, локализация в средней трети доли дополнительно для нас делают это более доказательным набором симптомов. Значит, характеристика медуллярной карциномы является наличие эхографически четких контуров, что отражает морфологическую особенность опухоли, выраженную очерченность краев при отсутствии капсулы. Медуллярный рак является более редким, чем папиллярный. В связи с тем, что медуллярная карцинома происходит из С-клеток, наиболее частая локализация верхняя и средняя доля щитовидной железы. Вот мы сейчас ее видим в средней доле. Кальцификаты имеют тенденцию к центральному расположению в очаге и более крупные размеры, чем при папиллярной карциноме. Крупные кальцификаты являются частым признаком доброкачественности при мультинодулярном зобе. Наличие кальцификатов в случае зобных изменений отражает длительность процесса в связи с тем, что это дистрофическая кальцификация. Но как в таком случае нам их дифференцировать друг от друга по внешнему виду? Центральная локализация у медуллярной карциномы в центре очага, а при мультинодулярном зобе это, как правило, периферическая локализация либо между узлами, либо в периферической части узла. Крупные скопления кальцификатов в комбинации с центральным расположением в очаге
являются дифференциально-диагностическим признаком. Частым важным дифференциально-диагностическим признаком является цервикальная лимфоденопатия, нередко пальпируемая. Значит, это будут крупные узлы, да? Мы всегда должны дополнительно для себя оценивать именно ту зону, которая ответственна за лимфатический отток от щитовидной железы. Это глубокие шейные узлы, расположенные на уровне щитовидной железы. Не надо их искать в подчелюстной области, а надо отойти от щитовидной железы при поперечном сканировании в латеральную область и искать их рядом с общей сонной артерией, внутренней и иремной веной. Когда мы видим саму щитовидную железу на уровне расположения этих узлов, это всегда доказательство оттока от данного органа. Итак, мы с вами рассмотрели два примера карцином, папиллярное и медулярное, а теперь третий злокачественный морфотип, который звучит как высокая вероятность фолликулярной неоплазии. В отличие от предыдущих двух морфотипов, здесь важное значение имеет именно морфогенез, да? Само первое слово «фолликулярная неоплазия» напоминает, что это источником такой трансформации являются как раз клетки фолликулов. Большинство фолликулярных неоплазий, до 70%, являются солидными образованиями с однородной эхоструктурой. И мы упоминали с вами характерный такой дополнительный визуальный образ, который позволяет зачастую их легче опознать, когда мы сравниваем их эхоструктуру, однородную структуру, со структурой мужского яичка, нормального, неизмененного. Да? Округлая или овальная форма образования по эхографической структуре напоминает картину яичка. Не всегда овоидная, она может быть овальная, она может быть просто круглая, да? Как будто яичко оцениваемо поперек. В 80% присутствует гипоэхогенное хало, здесь оно хорошо видно, здесь тоже участки, которые его демонстрируют. То есть границы всегда очень четко определены. Могут присутствовать мелкие кистозные фокусы. Могут присутствовать отдельные кисточки. Вот здесь что-то напоминает такое, здесь что-то напоминает такое. Это не является каким-то противоречием с визуальной картиной морфотипа. И васкуляризация диффузно усилена по всему очагу. Называется такой тип васкуляризации образно симптомом колеса со спицами или симптомом баскетбольной корзины. Ясно, что количество этих спиц может быть разное. Где-то, как у велосипеда, с большим количеством этих сосудов, идущих от периферии к центру, где-то мы найдем 2-3, но если явно видим, что от периферии идет к центру, это дополнительный критерий, который здесь является очень характерным. Кальцификация не характерна. Термин неоплазия обозначает тот факт, что присутствующие в образовании клеточные структуры произошли из одной клеточной линии, то есть имеют моноклональный рост, в отличие от поликлонального роста при узловых гиперплазиях. И то, что обозначается этим термином, оно в 85% случаев соответствует доброкачественному процессу или фолликулярной аденоме, а в 5% случаев фолликулярной карциноме. Отличие аденомы
от инкапсулированной фолликулярной карциномы возможно только патоморфологически и невозможно при тонкоигольно-аспирационной биопсии. Хирургическая эксцизионная биопсия необходима для исключения фолликулярной карциномы. В связи с этим ответственность как раз УЗИстов, чтобы выделить эту высокую зону риска, как раз еще больше повышается. В связи с этим нам этот характерный симптом вот третьего морфотипа, а точнее совокупность симптомов, которые укладываются в третий морфотип, она должна быть таким явным примером для развлечения. Вот эта картинка, которую мы видели, но не стали с вами обсуждать в тестах, да, фолликулярная карцинома. Смотрите, само по себе образование правильно округлое, с хорошо выраженным хало и абсолютно однородно. А вот рядом с ним располагается кальцификат. Интересно, что расположенный рядом макропрепарат, но достаточно наглядно их сходство демонстрирует, правда? До 20% злокачественных образований щитовидной железы составляет. Как правило, является гиперэхогенным, но может быть также и изоэхогенным. Одно из объяснений с этим связано, что нередко и сама паренхима остальной части щитовидной железы может быть повышенной эхогенности, да? То есть тогда на фоне повышенной эхогенности эхоструктура будет оцениваться как изоэхогенный узел. Четкая толстая хала неравномерной толщины – это для данного конкретного примера мы рассматриваем описание. Может иметь место периферическая кальцификация, которая в данном случае как раз очень наглядно присутствует. Да? Опять-таки дополнительным фактором сравнения с медулярной карциномой является локализация кальцификатов не в центре, а по периферии. Фолликулярную неоплазию нередко можно спутать с так называемыми аденоматозными аденоматозными узлами. И давайте попытаемся представить себе, что может служить такими признаками для различия между ними. Видим, кровоток в паренхиме не усилен. Вот мы увидели образование с эхоструктурой, очень напоминающей предыдущий слайд, да, где показывали этот макропрепарат рядом с самим узлом. Обычно полагается обрезать все выходные данные учреждения при таких лекциях, поэтому и размеры не посмотришь какие. Размеры около 1,5 сантиметра в диаметре. Видите, периферическая васкуляризация, но эти структуры, не структуры, а локусы, идущие как три спицы, хорошо заметны, да? Дополнительное доказательство. Причем периферическая васкуляризация усилена резко, да? Она является гиперваскулярной. Рядом видим пищевод, попадается в сечение. Все, закончили, да? Угу. И после того, как мы посмотрели саму эту картинку, то давайте попытаемся перечислить
отличие. Теперь уже она второй раз пошла, да? Вот такой фолликулярная неоплазия, здесь фолликулярная неоплазия. Размеры самой щитовидной железы не увеличены. Значит, для аденоматозных узлов характерно отсутствие инкапсуляции. Здесь инкапсуляция очень наглядная, да? Прямо очень четкие контуры, подчеркнуты четкие, да? Значит, первое отличие – плохо инкапсулированы аденоматозные узлы. Имеют разнородную внутреннюю структуру. Здесь однородность прямо такая демонстративно наглядная, правда? Часто сливаются с окружающей паренхимы. Мы говорим про аденоматозные, да? Не про фолликулярную неоплазию, а именно про отличие ее. И учитывая эти три симптома одновременно, мы можем их дифференцировать друг с другом. Очень важно, что при многоузловом зобе некоторые узлы могут соответствовать их графическим критериям аденомы и тем самым симулировать неоплазию. Цитологическая интерпретация при тонкоигольной аспирационной биопсии очагов вот этого третьего морфологического типа должна интерпретироваться как подозрительное соответствующее неоплазии. Это уже не наша задача, но если пациент пришел уже с заключениями цитолога, мы должны учитывать эту особенность, которая здесь сформулирована. И, наконец, последний, четвертый тип, морфотип – высокая вероятность малигнизации. Просто про высокую вероятность малигнизации идет речь. Латерально-акустические тени по краям очагового образования. Больше ничего. В данном конкретном случае здесь три макрокальцината небольших, расположенных по периферии. Интересно, что в сравнении с молочной железой, когда нас напрягают асимметричные латерально-акустические тени, для щитовидной железы подозрение на злокачественность, наличие самих акустических латеральных теней является поводом для отнесения их к четвертому морфотипу. В каждом случае, если мы вывели эти признаки одного из четырех морфотипов, это обязательный повод для того, чтобы в заключении указать, что необходима тонкоигольная аспирационная биопсия. Сейчас мы попытаемся их все рядом друг с другом расставить, чтобы сопоставить одновременно. Итак, морфотип 1 – это солидное гипоэхогенное образование с внутренними мелкими кальцинатами. Это высокая вероятность папиллярной карциномы. Морфотип 2 – это солидное гипоэхогенное образование с крупными кальцинатами центральной локализации. Преимущественная локализация верхняя и средняя треть долей щитовидной железы. Высокая вероятность медулярной карциномы. Морфотип 3 – солидное очаговое образование однородной эхоструктуры, эллипсоидной формы с тонкой капсулой. Васкуляризация диффузно усилена. Это высокая вероятность фолликулярной неоплазии. И, наконец, четвертый морфотип – латеральные акустические тени по краям очагового образования. Итак, вот это все четыре морфотипа, которые являются подозрительными на злокачественность. А теперь следующие четыре морфотипа, которые являются именно морфотипами доброкачественными по своим ультразвуковым признакам. Морфотип номер 5. Доброкачественная узловая коллоидная гиперплазия. Коллоидные включения и узлы кистозного типа.
узлы с дорзальным эффектом хвоста кометы. Вот здесь в названии морфотипа звучит не то, что должно выноситься в заключение. Да? В заключение просто, что это узловая коллоидная гиперплазия. А те признаки, которые для нее характерны, что это узлы кистозного типа, в нем может быть хвост кометы, а может не быть. Размер не указывается, не имеет значения. Это будет 3 мм или это будет 2-сантиметровый узел. И вот такие примеры. То, что мы с вами видели уже в тестах, это мелкие кистозные включения до 5 мм в диаметре. Оговоримся, что включениями мы называем их, пока они меньше 5 мм, а уже начиная с 5 говорим, что это узел. До сантиметра мелкий узел, и более сантиметра уже термин мелкий лучше не использовать. И узлы более 5 мм с внутренними гиперэхогенными фокусами, дорзальным эффектом реверберации по типу хвоста кометы. Или без дорзального акустического эффекта хвоста кометы. То есть если мы видим просто кистозную полость, она относится к этому пятому морфотипу. Наличие хвоста кометы нас лишний раз просто дополнительно сюда относит к этому пятому морфотипу и говорит о доброкачественности этого признака, что мы находимся в узловой коллоидной гиперплазии. Интересно, важный момент такой тоже, терминологический. Получается, что по сути своей коллоидный узел кистозного типа и киста щитовидной железы практически это синонимы. Но термином не киста щитовидной железы, а узел кистозного типа. Да? И вот это примеры таких узелков кистозного типа. Несколько особенностей характеристики. Мелкие, менее 1 сантиметра, солитарные или множественные, заполненные жидким содержимым узлы. Наиболее часто обусловлен доброкачественной узловой гиперплазией с формированием мелких кист, заполненных коллоидом. И опять тот же пример, который мы с вами с этим коллоидным узлом рассматривали в начале. Вот эта верхняя часть, помеченная белой стрелкой, это узловая трансформация коллоидная, а желтой стрелкой то, что характерно для нормальной тиреоидной ткани. И вот еще один такой пример визуальный, который, видите, с хвостом кометы без самой головки. Тела метеора нету, да, только хвост. Но это также нам позволяет его легче распознать. И нам легче будет тоже его узнать, представляя себя, как бы это выглядело на макропрепарате. А вот теперь смотрите интересный видеопример, когда поначалу может быть, но должна быть явная необходимость для нас четко искать симптомы, различающие его с высокой вероятностью папиллярной карциномы. Да? Присматриваемся и видим здесь маленькие-маленькие хвосты кометы. Да? То есть практически каждый из этих гиперэхогенных фокусов, он позади себя имеет хвост кометы. Это нас удостоверяет в том, что это не микрокальцинаты, а именно кистозная полость. Да? То есть в данном случае это хороший пример доброкачественности процесса, который говорит, что это обычный коллоидный узел. А вот смотрите, может быть и так. Узел, который сейчас на этой единичной кинопетле, трудно дифференцировать. Он является результатом слияния двух прилежащих кистозных полостей, да? Или
Просто эта кистозная полость разделена словно бы перегородкой на две части. В одной из них явные признаки этого феномена хвостов кометы, а в другой нет. Так или иначе, это все относится к одному и тому же пятому морфотипу. Да? Достаточно спокойная ситуация. Шестой морфотип. Доброкачественно-узловая коллоидная гиперплазия. Узлы солидного типа и узлы типа пчелиных сот. Значит, здесь мы два подтипа выбираем. Один солидный тип, когда мы видим просто тканевого внутреннего строения узел, а другой так называемый пчелиный сот. И сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Вот сейчас перед нами изоэхогенное очаговое образование, содержащее множественные кистозные полости по типу пчелиных сот. Вот мы видим одну, вот мы видим вторую, вот мы видим третью, вот мы видим четвертую. Вот это пчелиные соты, да? Они могут разные ячейки иметь, но ясно, что это доброкачественный признак. Это как раз картина, характеризующая шестой морфотип. Другой пример. Может быть, на такие классические пчелиные соты с одинаковыми ячейками это менее похоже. Но я имею в виду пчелиные соты в физическом смысле, которые вытащили из улья. Потому что они всегда абсолютно одинаковый размер этих ячеек имеют. Здесь размер ячеек разный. Но тем не менее, именно это очень мелкие коллоидные включения и не одиночные, а множественные внутри узла. Это шестой морфотип. А теперь, вот я жирным шрифтом выделил, что узлы солидного типа. Мы теперь смотрим на пример того же морфотипа, когда не пчелиные соты демонстрируются, а солидный узел. Да? Он весь тканевой, в нем четко различимых множественных кистозных полостей не видим, какие-то мелкие включения, но относительно единичные и не имеют правильного регулярного типа расположения. Губчатые узлы, в кавычках, разновидность пчелиных сот. Очаги смешанной эхогенности, содержащие коллоидные включения. И седьмой морфотип, доброкачественная коллоидная гиперплазия, кистозно-солидный и солидно-кистозный тип узлов. То есть седьмой морфотип входит все узлы, где присутствует обязательно в разных соотношениях два этих компонента. Вот сейчас мы на этом слайде рассматриваем кистозно-солидные узлы. В данном конкретном примере подавляющую большинству среза узла составляет кистозная структура. А солидный компонент, ну там не больше 1/5 объема. Следующий пример достаточно похожий. Она выглядит словно бы папиллярный какой-то вырост. Если бы это была не щитовидная железа, а яичник, это бы нас очень напрягало. А здесь это обычный коллоидный узел, относящийся к седьмому морфотипу, кистозно-солидный, где кистозный компонент значительно больше, чем солидный по своему, по своей представленности. Следующий пример. Я словно бы по нарастающее количество солидного компонента здесь показываю. Почти пополам. Солидный и кистозный, да? Но тем не менее кистозный является как бы первичным, поскольку он заполняет всю периферическую часть. Еще один пример здесь уже точно невозможно разделить, половина или не одна, но все-таки при некоторых наклонах сканирования жидкостной компонент превалирует. А вот тут
трудно сказать, он кистозно-солидный или солидно-кистозный, да? Мы все их вот так вот последовательно разобрали, и в равной степени можно назвать и солидно-кистозным, и кистозно-солидным. Эти все примеры для того, чтобы мы в глазах держали, что это нормальная, доброкачественная картина гиперплазии узлового типа, да? Если сочетание кистозного и солидного компонента для щитовидной железы, это спокойно. Это не представляет собой, скажем, онкологической повышенной опасности. И теперь тот же самый седьмой морфотип, но солидно-кистозные узлы, где больше солидного компонента. Вот вы видите, он округлый, повышенной эхогенности или из-за эхогенной самой ткани щитовидной железы, сама щитовидная железа повышенной эхогенности, да, и присутствуют здесь кистозные включения в меньшем объеме. Еще аналогичный пример. И тот же самый, который последним был в предыдущем слайде, я опять сюда поставил. Да? То есть получается, это единая группа, где мы просто различаем, чего больше. И поэтому называем узел кистозно-солидный или узел солидно-кистозный. Но основной вывод, седьмой морфотип, это морфотип доброкачественный, он должен нас успокаивать в этом смысле. От того, что мы увидели такой узел 2-2,5 сантиметра, нам направлять на тонкоигольную аспирационную биопсию не надо. Онколог может направить, хирург может направить, это его дело. Но когда мы будем говорить про категоризацию ТИ-РАЦ, то там как раз она предусмотрена для того, чтобы уменьшить количество необоснованных пункционных вмешательств. Да? И для таких морфотипов, как мы перечислили сейчас, 6, 7, 5, в этом нет никакой необходимости. Еще несколько определений, что такое ЗОП. Термин ЗОП обозначает увеличение размеров щитовидной железы независимо от того, обнаруживается солитарный узел или множественные узлы неопластического, гиперпластического, воспалительного происхождения, доброкачественные или злокачественные. То, что мы с вами читали в тестах тоже. Да? В повседневном использовании, тем не менее, термин ЗОП наиболее часто применяется для описания простого зоба, то есть невоспалительного, не неопластического увеличения щитовидной железы без признаков гипертиреоидизма, то есть нетоксического. Фазы формирования зоба. Происхождение простого зоба обусловлено диффузной гиперплазией, которая позже становится узловой гиперплазией. Первая фаза диффузного увеличения щитовидной железы обозначается как паренхиматозный зоб. Со временем избыточный коллоид накапливается и формирует диффузный коллоидный зоб. И фаза узлового зоба развивается вследствие повторяющихся циклов обострения и ремиссии, что приводит к фиброзу, геморрагии, кистозной дегенерации, кальцификации. Крупные узлы имеют тенденцию к сдавлению и могут формировать фиброзную капсулу. В большинстве случаев эти узлы не полностью инкапсулированы и плохо отграничены и сливаются с межузловой тканью. В некоторых случаях изменения строго локализованы в виде узлов, а между ними присутствует нормальная паренхима щитовидной железы. Очень важно, что многоузловой зоб не является синонимом многоузловой щитовидной железы при нормальном тиреоидном объеме. На данном примере диффузный узловой зоб, увеличенная в объеме щитовидная железа с множественными узловыми образованиями, небольшими количеством или полным отсутствием нормальной паренхимы. А здесь щитовидная железа нормального объема при наличии более чем одного узлового образования. Вернусь еще разок к этому последнему слайду. Он для нас является поводом очень внимательного отношения к заключению, в каком случае мы ставим зоб при увеличении объема. Если мы увидели несколько узлов,
многоузловая щитовидная железа. Это повод написать, что узловая коллоидная гиперплазия при нормальном тиреоидном объеме. Да? Коллоидная в том случае, если мы реально дифференцировали эти узлы как пятый, шестой или седьмой морфотипы. Если вы там увидели сплошные вторые и третьи морфотипы, разумеется, будет другая форма заключения. И, наконец, последний, восьмой морфотип – аутоиммунный тиреидит Хашимото. Вот перед нами пример такого изображения, видеопетли и еще аналогичный. Что мы здесь можем описать? Множественные мелкие, от 1 до 5 мм, однотипные гипоэхогенные включения, расположенные симметрично в обеих долях, с нечетким контуром. Возможно сочетание с гиперэхогенными линейными фиброзными структурами. Кровоток может быть как нормальным, так усиленным или сниженным. На правом примере кровоток, мы видим, усилен. Для чего нужен восьмой морфотип? Ведь мы же говорим про очаговое образование. Чтобы мы вот эти мелкие очишки, которые здесь попадаются, могли тоже отдифференцировать от злокачественного компонента. Это признак именно доброкачественной структуры. Итак, обобщенно мы можем ультразвуковые морфотипы доброкачественного типа тоже вот так собрать в общую таблицу, чтобы визуально их глазом охватить. Это все не норма, но доброкачественные морфотипы. Да? И тогда основной нашей задачей, каждый раз, когда мы встречаемся с любым узлом, его попытаться отнести к одному из этих восьми морфотипов. И это, собственно, является ответом на значительное количество вопросов диагностических, которые перед нами встают. И обращаю вас вот к этим двум лекциям, которые здесь выделены. Как раз написано, видите, www.sonoworld. И это лекции, которые послужили исходно материалом для данного представления в сегодняшней лекции. Очень вам рекомендую вообще весь этот источник. Видите, sonoworld.com. Там надо зарегистрироваться, и можете найти огромное количество интересного материала.